Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy 2018 год в серебристом цвете. Бензиновый двигатель объемом 2 литра, 152 лошадиных силы, КПП, передний привод, литые диски, хорошая летняя резина, пробег 158 тысяч километров, аукционный балл 3,5, имеются повторители в зеркалах, ветровики, спойлер. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный, 3 ряда сидений, монитор, раздельный климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, режим эко, мультируль, круиз-контроль, две электродвери, предотвращение столкновения, автосвет, кнопка старт-стоп, контроль полосы, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. Сто двенадцать, 111, 109, 130, 102, 117, 118, 106, 106, 105, 124.